Мы находимся на неделе российского ритейла. Второй день, разговариваем с нашими гостями. Мхитар, скажите, что вы тут делаете, какие цели присутствия на данном форуме? Я на данном форуме второй раз. Вот в этом году мы хотим вот участвовать в центре закупок сетей, где есть возможность встретиться многими сетями, федеральными, локальными. И надеемся, что сможем на будущем заключить договор. Что у вас за компания, что вы предлагаете? Мы производим травяные чаи натуральные в Армении, который, на наш взгляд, на сегодняшний день актуален не только в России и по всему миру, потому что мы употребляем тот сырёк, который нам Бог подарил, который мы красиво фасуя, предлагаем потребителю, где мы не употребляем никаких химикатов, никаких консервантов и тому подобное. Ну, надеемся, что на сегодняшний день потребителю нужен правильные продукты, а мы этим занимаемся. И надеемся, что заключим кое-какие договора. Пожелаем удачи Мхитару, особенно название чая Арарат из Армении. Очень странное название. Мега Арарат, да, то есть я к тому, что вам бы коньяк с таким названием продавать, а не чай предлагать. Таким названием уже давно есть, который все знают, но гора Арарат, он символизирует тоже символ христианского мира всего человечества. Ну, еще раз пожелаем удачи, не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.